Вот как вариант больших размеров корпус батарейки, сухой электролит, пористый электролит. Вот форма для его изготовления. Трубка. И теперь это пространство набивается раствором электролита. Мы получаем вот такую штуку. Он точно не входит, но это и не важно. Таким образом делается набивка. Гладко. Ее нужно сделать вот такой матовой, шершавой. Для того, чтобы контакт фольги был, площадь контакта была выше. В случае вот таких крупных раковин мы делаем их ремонт. Вот так. Подготовка фольги. Есть такая особенность, что она с одной стороны покрыта лаком. Вот эта сторона. Есть контакт, а с этой стороны его нету. Поэтому мы делаем так. Отрезаем вот такой вот кусочек. Здесь видно. Thank you.
теперь та сторона, которая покрыта лаком, это вот это, на очень слабом таком огне нужно ее вот так вот обжечь. Получается вот такая. Блестящая сторона контачит, а мутная, матовая нет. Так, теперь проверим. Теперь все работает. Более плотная фольга. Все это.